Духовой оркестр Ганцевичского городского дома культуры был создан в 1969 году, а в 1980 году получил почетное звание «Народный». Оркестр популяризирует лучшие произведения белорусских и зарубежных композиторов. Без участия Народного духового оркестра не обходятся районные мероприятия. Оркестр – настоящее украшение праздника Победы, Дня независимости Республики Беларусь, Дня защитников Отечества, Дня труда и других праздников. Журавли на Полесье летять. На музыку Лученка и слова Ставера так называется первое конкурсное произведение Народного духового оркестра Ганцевичского городского дома культуры. Художественный руководитель Анатолий Волощук, солист Иван Галушко. Встречаем. Thank you.
Арно Бабаджанян. Ноктюрн для фортепиано с оркестром. Соло на фортепиано Алла Корницкая. Thank you.
Шифри. Музыка из киносериала «Миссия невыполнима». Художественный руководитель Анатолий Волощин.